И снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест, снова мы ведем свой репортаж с этого замечательного озера Мичиган. И сегодня я покажу вам тест, поближе познакомлю с пластиковым пистолетом АТРЕМ Аурспрей. Просто народе окурок. Мы работали им с ним. В ходе видео будут ссылочки, по которым вы увидите, как работает пистолет. Если ссылочек вы не увидите на экране, значит, смотрите в описании под видео. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Вот когда я вырасту, я стану зарабатывать много-много денег и буду успешным бизнесменом. Иван, ты что, дебил? Тебе 63 года. Такой анекдот. Ну и теперь тема дня. Заставка пошла. Пистолет Аурспрей. Называется пистолет АТРЕМ. Вот так вот он упакован. В данной комплектации мы убрали у Коли, ссылочку я дам в описании видео, идет 3 дюзы. Дюзы пластиковые. Сразу скажу, стоимость такого прибамбаса, а именно дюзы, порядка 8 долларов. То есть регулируется положение факела без всяких откручиваний, просто одним движением. Дюза 2, 1,4 и 1,7. Тут я не помню, какая именно где. Так, ну, мы сегодня будем одевать дюзу 1,4. Вот 1,4 одевается, в принципе, сам пистолет. Наипростейшая конструкция. То есть ломаться здесь нечему. И рабочая часть полностью меняется. То есть нажали курок, защелкнули, все, пистолет готов. И дальше уже идут регулировочки. Регулировка факела, регулировка подачи материала и регулировка воздуха. На данном пистолете нету третьей регулировки, он сразу идет с манометром. Внимание обращаем, вот эту гайку, когда закручиваете манометр, лучше всего придерживать, чтобы не отломать ее от пистолета. Все-таки пистолет пластиковый. Несмотря на то, что пистолет пластиковый имеет такой, ну, не особо пристойный и респектабельный вид, на самом деле пистолет неплохой, хороший даже, можно сказать. Как мы красили этим пистолетом, смотрите на экране ссылочку. Если не увидите ссылочки на экране, смотрите в описании под видео. И как грунтовали, тоже вот ссылочка, можете посмотреть, либо в описании видео. Это мы делали с ребятами в школе. Так, стаканчики. Стаканчики можно использовать вот такие. Это Феникса. Видно? Феникси стаканчики. Обычный пластиковый стакан. Имеется клапан для того, чтобы поступал воздух. То есть стаканчик плотно закрывается, не выпадает. То есть такой стаканчик стоит порядка в 2 раза, по-моему, меньше, чем колба. Можно купить вот такую вот колбу. Вот такая колба, порядка 20 долларов. Она идет как бы на любой пистолет. Здесь вот отверстие, вы видите, это идет вакуумное, как бы за счет разрежения. То есть здесь пистолет можно переворачивать. То есть и идет вот такой вот стаканчик. Стаканчик пластиковый. И вот здесь вот сеточка. То есть стаканчик считается одноразовым, но, как правило, использовать его можно несколько раз. Система проста. Опускаем стаканчик, заливаем материал,
Закрываем стаканчик краски. Ну, сейчас я налью сюда черной краски, чтобы нам было виднее. Потребляемый расход воздуха 258 литров в минуту. Вот, налили мы стаканчик, закрываем крышечкой и фиксируем контрагайкой, как ее можно назвать, крышкой. После чего одеваем на пистолет. Пистолет готов к работе. Обращаем внимание, здесь, сейчас у нас 7 очков, да, вот между зеленой и сиреневой риской посередине выставляем давление на открытом курке. Вот такое давление должно быть. Так, теперь убираем факел. Ой. Убираем. Обращаем внимание. Так, это факел. Пистолет также годится для каких-то таких мелких царапин. Допустим, если вы хотите подкрасить, наверное, оттуда зайди. Если вы хотите подкрасить, допустим, матовой краской, да, и вам нужно какой-то сколик подкрасить. Ладно. То есть вполне возможно вот такие вот варианты. Пистолет красит практически точно. Смотрим максимальный фасон. 36 сантиметров. Ну, это я как бы далеко беру пистолет. То есть, если мы еще подбавим материала, то, конечно, можно и такой делать фасон. Да? Но желательно побольше. Делать вот такой факел вполне достаточно. Обратите внимание, что опыла практически нет. Сейчас я вот буду наносить. Очень хороший перенос материала. А это что значит? Это значит экономия. И хотелось бы показать, что за чудо такой бачок. Бачок имеет вакуумную систему. То есть, если мы его перевернем, нам надо будет что-то покрасить. Он ни хера не будет красить. То есть, если вот мы на бок ложим пистолет, он также красит. За счет вакуума. Ну, красить, конечно, не так долго, но что-то подкрасить, там вот наклонить, допустим, подкрасить, вы всегда сможете. Как бы очень ровно и гладко раскладывает. Вот такой вот чудо-пистолет. То есть колбу можно потом помыть от красочки. Пистолет тоже моется легко. Просто налил сюда, поболтал. Но мне больше нравится мыть не так. Здесь вообще вот снял эту дюзу. Ой. Пистолет, как вы видите, сам чистый. И с помощью нехитрых манипуляций
Чем хорошо? Полностью прозрачная дюза. Вам видно, помыли вы или не помыли. И также можно чуть-чуть иглу помыть. После чего одеваем любую дюзу, просто чтобы не испортить иглу. Ну, вот в принципе так и все, что я хотел показать по этому пистолету. Надеюсь, вам понравилось. Остается пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и конечно же добра и бабла. Правильно.